Основная масса — сухопутные войска, также военно-космические силы, с учетом, как говорится, договора по горному щиту, выпускники Первоуральского металлургического колледжа весной будет в горный щит отправлено 30 человек. Вот. И порядка получается воздушно-космических где-то около 40. Дальше военно-морской флот — 14 человек у нас в этом году. Вот. Воздушно-десантные войска — 4. Ракетные войска стратегического назначения — 5. Вот. Части материально-технического обеспечения — 12.